Всем привет! Всем привет! Вы на канале Акварель. Это просто я, Леся Редвак. Сегодня мы с вами порисуем вот такой пейзаж. Пардон, вверх ногами. Вот такой. Вот такой пейзажик. Для неба я возьму и замешаю мой любимый кобальт синий. Мой любимый кобальт синий. Это будет верх неба. Вверх и вниз. Внизу чуть-чуть добавим. Цирулема. Пейзаж не сложный, пейзаж очень простой. Будем по принципу принтера двигаться сверху вниз. Так, теперь нам нужны деревья. Деревья замешаем, возьмем ультрамарин, кадмий, лимоны, подложу линеечку, чтобы не сбить прицел линии горизонта. Так, примерно намечу. Примерно так. Убираем. Получилось криво. Прицел все-таки сбился. Дальше у нас пойдет трава. Тут у нас посветлее. Так, здесь чуть-чуть добавим тенюшки на деревья. Бумага у меня целлюлоза. 300 грамм. То, что у нас находится вдали, оно не яркое. Это поля. Тут у нас что-то такое коричневое немножко. Добавим сюда немножко воды, пусть она потечет, поплывет. Здесь у нас совсем что-то светленькое. Вот так. И красное. Красное. Маки, наверное. Не знаю, что это. Вот такое
смачиваем, чтобы он не высыхал, а целлюлоза сохнет мгновенно. Ну и пускай. Мы знаем, как с ней бороться. Так, теперь в это красное нам нужно добавить коричневенького. Или сначала бордового. Он не совсем бордовый, он такой с коричневыми какими-то. Угу, сейчас еще надо его намешать. Такую красоту мы это сделаем. Так, вот тут у нас что-то такое. Чуть-чуть. А здесь уже у нас колосья. Так, с колосья у нас будут. И в этих колосьях у нас присутствует что-то такое темное. И мы это должны показать каким-нибудь таким образом. Наверное, я возьму кисточку потоньше и вот так вот. И вот так. Добавим желтенького, чтобы он растолкал краску. Так, и еще я добавлю водички, чтобы тоже растолкала краску. Получились такие красивенькие разводики. Вот так. В разные стороны. Стороны. Так, а еще теперь мы попробуем одну такую интересную штуку. Поцарапаю там, где это можно выдержать вообще. Выключили свет.